на прямых и отборной системе Урал, поэтому, конечно, наш край богат еще рудами металлическими, рассыпное золото, кварцевые пески. Раз в неделю по программе у шестиклассников география. Именно эта наука раскрывает понятие о литосфере, твердой оболочке планеты. Земная поверхность и из чего она состоит. Как наглядный пример, маленькая выставка камней в шкафу. Еще Ушинский сказал, что детская природа требует наглядности. Поэтому, когда мы используем наглядность на уроке, значит, урок становится более интересным, детям нравится работать, потрогать руками все на ощупь, посмотреть визуально. Ребята узнают впервые о такой профессии, как геология, и, возможно, кто-нибудь из них в последующем свяжет свою жизнь, значит, с этой профессией. Сергей Акулов этот раздел считает одним из самых интересных. Огромный мир камней и минералов кажется мальчику притягательным. Как, например, состоит планета, из чего состоит, горные породы, ну и как они делаются. Вот, например, как делается гравий или гранит. Вот там вроде слюда и еще какие-то горные породы. А еще у мальчика дедушка работает на нефтяном месторождении и не раз привозил внуку удивительные камни. Примерно такие же появились в музейно-выставочном центре. Богатая северная земля, и притом не только нефтью, минералы, полудрагоценные камни. Из них можно составить целую коллекцию, чем, в принципе, и занимаются специалисты музейно-выставочного центра. Вячеслав Александрович, расскажите, откуда, с каких месторождений и каким образом попали к вам эти камни? Эти камни попали к нам со многих месторождений компании «Лукойл Западная Сибирь». Ну, например, месторождение Пуровского района, Когалым нефтегаза. Вот Полховского месторождения, уже Полхнефтегаза. Агаты и сердолики, причудливые узоры, так их разукрасила природа. Отличить один камень от другого непосвященному человеку нет никакой возможности. Но в скором времени юные участники проекта «Каменные сокровища Югры» узнают все о свойствах минералов. Сотрудничаем с геологами, в том числе с Когалым нефтегаза. Нам помогают, консультируют, будут заниматься и со школьниками, в том числе. Проект выиграл грант конкурса социальных и культурных проектов «Лукойла». В программе мастер-классы по обработке материалов. Они начнутся уже на следующей неделе. Школьники с 5 по 11 классы, а также студенты колледжа будут учиться обрабатывать минералы. Юлия Фисенко, Михаил Суханов и Алексей Николаев. Специально для новостей.